встать на ролики за несколько занятий. Скажете, что может быть проще, а если речь идет о ребенке с особенностями здоровья? Но у авторов программы реабилитации «Лыжи мечты» и ее летнего варианта ролики найдется ответ. Спорт может быть терапевтическим, а возможности равными. Это удивительный проект «Лыжи мечты». И самое, наверное, удивительное в нем то, что это личная история. Основатели программы Наталья и Сергей Белоголовцевы. И у них собственный ребенок, Женя, он особенный. И, в общем-то, они тоже занимались лечением, ну, обращались, наверное, и к врачам, и ко всем. Но это мало было эффективно. И они попробовали свою программу, вернее, вот эту программу «Лыжи мечты» на собственном, да, как говорится, Жене. И все это, конечно, сложилось. Сейчас он уже взрослый, конечно, и там очень огромные есть успехи. И очень важно, что Сергей и Наталья перенесли это все, эту программу, и сделали ее большой, и возможность у других детей появилась заниматься по этой программе. Программа «Лыжи мечты» есть зимняя программа, где дети катаются на лыжах, с горы. И есть летние программы, которые сейчас тоже запущены, 10 площадок по Московской области запущено, и мы очень рады, что у нас получилось запустить эту историю в Одинцовском районе для наших детей. Светлана Исаева, руководитель благотворительного фонда «Лизонька». В этом году фонд стал обладателем президентского гранта, а жители Одинцовского района получили возможность пройти курс реабилитации на роликах. 40 детей с разными диагнозами, но объединенные общей целью – стать крепче, сильнее, адаптивнее. В конце июля встали на ролики. Некоторые ребята, благодаря поддержке фонда, год назад прошли курс реабилитации на лыжах и теперь осваивают новый вид спорта. Мы занимаемся, на самом деле, с разными диагнозами. Это и аутизм, и ДЦП, синдром Дауна и другие особенности. Детям самое сложное бывает сконцентрировать внимание. У ДЦП большие сложности возникают с движением. Мы помогаем комплексно и помочь адаптироваться в социальной среде, и помочь развить физические качества. То есть после занятий на роликах дети начинают лучше чувствовать равновесие, выравнивается походка. С каждым ребенком работает инструктор. Индивидуальный подход и полная концентрация на ученике – это еще одна особенность программы. С заботой об особенных детях к проекту присоединяется спортивная молодежь. Партнерами становятся спортклубы. Программа уже доказала свою эффективность по итогам исследований научного неврологического центра. Нам 7 лет. Диагноз у нас эписиндром, с которым мы сейчас успешно боремся, и ДЦП. Эти занятия «Лыжи мечты» мы посещаем уже второй раз. Это было 2 года назад и зимой. Вот сейчас хотим попробовать летом позаниматься и надеемся, что все-таки достигнем успехов, потому что за 2 года мы с Божьей помощью научились ходить, пусть не очень уверенно, но все-таки сами стоим на ножках. Занятия на роликах продлятся до конца сентября, в 20-х числах которого состоится презентация проекта «Лыжи мечты. Ролики» на уровне Подмосковья. В Одинцово ждут гостей со всей Московской области, представителей Общественной палаты, Управления социальных коммуникаций, правительства, а также губернатора Андрея Воробьева. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».